Почему уже более месяца не работают водопроводные колонки на улицах Радищева и Белова? Сигнал поступал, что поставьте колонку обратно. Было предложено заключить договор, на что ни один человек для заключения договора к нам не явился. Водоснабжение в бесплатной форме не раздается. Договоров каких-либо на заключение, да, там на водопользование, ни у одного человека нет. Соответственно, колонка, она не нужна, если нет договоров. Люди, которые набирают, они живут в квартирах. В квартирах есть водопровод, есть счетчик, по которому они оплачивают. За колонку никто не платит. А это несанкционированное водопотребление. Из-за чего было принято, что их надо снять.